Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американский боксер Эдрин Бронер выступил с критикой в адрес непобежденного казахстанца Геннадия Головкина. Бронер затронул тему Головкина, говоря о потенциальном бое с Мэнни Пакьяо. По его словам, он нужен филиппинцу, чтобы показать высокие ППВ-продажи и заработать большой гонорар. Я без сомнения ему нужен. Какие у него последние цифры? Я знаю, но не скажу. Сколько ему заплатили за последний бой? Привет. Но я не стану об этом говорить. Я просто знаю, сколько собрал бы наш бой с Пакьяо. Безумные цифры. И вы знаете, я чертовски здорово себя рекламирую. Я буду говорить. Взять вот Головкина. Его пытаются раскручивать в Штатах, но он же не говорит по-английски. А теперь поставьте меня на ППВ, и все будут смотреть на меня, так как они понимают, о чем я говорю. Вот вам и разница, цитирует Бронера boxingscene.com.